Ну что, друзья, мы приветствуем вас на экспресс-обзоре субботнего игрового дня турнира Street Football Challenge Киев, 16-й тур и о каждой игре по традиции мы уже понемножечку расскажем, о игроках матча, о результатах. Начнем с первого противостояния. ЗИС и Спикбар Дивизион встречались команды Prime и Укргазвыдобывание. Ну, Укргазвыдобывание подходил в этом матче в статусе фаворита и, в принципе, свое реноме они подтвердили. Победа не совсем уверенная. Prime до сих пор не может добыть свою первую победу на нашем турнире, но у ребят еще все впереди, и это 100%. Укргазвыдобывание побеждает со счетом 4-3, минимальная дистанция. Команда Вячеслава Капанистова набирает первые 3 очка в ЗСП Бар дивизионе, уже есть ничья, прошу прощения, вторые 3 очка, есть и ничья, и победа над командой Пинател, и уже победа над командой Прайм. Игроком матча признается Александр Калюжин, который очень здорово выстрелил в прошлом туре, и в этом туре Саша произвел на нас хорошее впечатление. Хэт-трик в исполнении Калюжина также забивал Константин Лещенко. У команды Прайм забитые голы на счету Сергея Юрченко, не из Шевроле, и дубль на счету Дениса Шаломицкого. 22-26 по удару в пользу команды Укргазвыдобывание. Следующий поединок, и у нас тут настоящая сенсация. Команда Феникс добывает очки, угадайте с кем, не угадайте, с Манзаны. Манзаны, которая до 34-й минуты матча вела со счетом 4-1. И команда Александра Котляра, Юрия Уска, удалось добыть в этом матче очки и отобрать очки у безусловного фаворита, одного из фаворитов Суперлиги. 4-4 закончился поединок, 18-14 по ударам в пользу Манзана, достаточно много нагнетали опасными моментами, но команда Феникс была на высоте. В этот день Евгений Солодкий признается игроком матча в команде Феникс, дубль на счету Жени, также забитые голы на счету Владислава Новикова, и на 40-й минуте, на последней минуте, буквально за несколько секунд до окончания поединка, Сергей Черняк добыл одно очко для команды Феникс. У Манзаны забивали Ярослав Аксенов, Андрей Галенков, Константин Демиденко и Аптина Кай. 4-4 ничья, и я думаю, что Феникс один из главных фаворитов в номинации «Команда недели» по версии ZS Pivbar. Следующее противостояние 10-10 Silver Division встречались команды Кархер и команда Адвокатов. Адвокаты, которые первый круг закончили достаточно неуверенно, но во втором круге команда Дмитрия Бровка набрала неплохой ход, и в принципе ребята подтвердили это в матче с командой Кархер, добыли победу со счетом 5-1. Забитые голы на счету у Кархер, единственный мяч на счету Василия Джуса, у Адвокатов забивали Артем Андрушкив, Богдан Дудковский, дубль на счету Романа Сидоренко, который признается игроком поединка, и Ярослав Сакуров, 21-9 по ударам в пользу команды Адвокатов. Двигаемся дальше. Суперлига, уличная еда БВС Торг, и команда Дениса Ковша наконец-то добывает очки в Суперлиге. Был неуверенный старт, но удалось в матче с непростым соперником, с БВС Торгом, добыть первые очки, как я уже говорил, да и не просто первые, а первые 3 очка. Уличная еда, так скажем, переиграла своего оппонента. В некоторых компонентах, конечно, БВС Торг был немножко посильнее, но все-таки результат есть результат. Забитые голы на счету Николая Вологдина, Фигероа, Куэнтеса Давида и Александра Шаповалова. Честно говоря, тяжело было определить игрока поединка в этом матче, потому мы решили отдать, так скажем, условную статуэтку игрока матча всей команде «Уличная еда». 13-14 по ударам в пользу команды БВС Торг. Следующее противостояние – бронз-дивизион. Хелен Марлен Юнайтед встречался с командой Евробиз. Хелен Марлен Юнайтед, который является одним из претендентов на золотые медали бронзовой лиги, встречался с условным аутсайдером бронз-лиги. Ну, тяжело ребят называют аутсайдерами, все-таки есть хорошие исполнители. Вот не было хороших исполнителей на этой игре. Всего одна замена была у команды Захара Кириченко, и то запоздавший Евгений Почтовый, который немножко неуверенно вошел в игру. И потому Хелен Марлен Юнайтед вполне уверенно переигрывает Евробиз. 3-0 после первого тайма, 5-2 в сухом остатке, 3 очка добывает команда Юрия Пескорского. Забитые голы на счету у Евробиза, дубль на счету Владислава Паламарчука, который на прошлой неделе, на прошлом тур, признался игроком недели, вошел в сборную недели по версии ZS Pivbar.
Ухилин на Ле Юнайтед забивали Вадим Качаров, Денис Унанов, Евгений Ященко по одному взятию. И Максим Унанов забил дубль, который признается игроком поединка. Двигаемся дальше. 12:40. Агентство индустриального маркетинга встречалось с командой Аптех Тим. И сенсация. Настоящая сенсация в серии дивизионе. Аптех Тим побеждает АИМ. АИМ, мне кажется, у любого человека на территории спорткомплекса «Полет» было спросить, кто-то будет победу в этом поединке, все бы в один голос, наверное, выкрикнули бы АИМ. Но Аптех действительно перевернул вообще все в селек дивизионе. Ну, действительно, важнейшие 3 очка для команды Никиты Хижняка. Неуверенный сбор Аптеха, но тем не менее 3 очка в копилку. У АИМа забивали Роман Снегур, у Аптеха Никита Хижняк и дубль на счету Сергея Салабаева, который признается игроком поединка. 24-16 по ударам в пользу АИМа, но хороший матч провел Павел Ромащенко. Но, наверное, действительно из-за 2 важнейших мячей именно Салабаев получает у нас звание игрока матча. 1-3 победа команды Аптех. 13:30, как раз под окончание первой части игрового дня субботы, у нас был поединок между командами телеканала «Футбол-1», «Футбол-2» и команды «Белюкс Хитерс». Телеканалы «Футбол-1», «Футбол-2», которые набрали потрясающую форму, метят на золото, потому всем конкурентам нужно остерегаться именно этой команды. Добываются очередные 3 очка, но непростой поединок все-таки был с «Белюкс Хитерс». Очень хорошая лавка запасных была у команды Виталия Мисюры. Забивали у Белюкс Хитерс Николай Шимкин отличился дублем. У телеканалов забивали Александр Михайлюк, Александр Селенко. И дубли на счету у Назара Тимощука и Владислава Урубкова. Назар Тимощук проводит очередной сильнейший матч. И уже на памяти 3-й раз подряд получает звание игрока матча. Победа телевизионщика. После этого у нас была маленькая производственная пауза, и к играм мы вернулись в 4 часа дня. Открывали у нас вторую часть субботнего игрового дня Курдистан Шевроле. И тут настоящий разгром-погром устроили Шевроле. 1-10 победа. Угадайте, кто забил больше всех? Правильно, Сергей Юрченко. Пентатрик на счету Юрченко. Помимо него забитые голы на счету Сергея Тимощука, 1 гол. И дублями отличались Сергей Вакулюк и Роман Дрожевский. У Курдистана единственный мяч на счету лидера Абдулы Джухара. 18-28 по ударам в пользу команды «Шевроле». Сверхуверенная победа. «Шевроле» дожидается уже ответного матча против команды «Genius Marketing». Я уверяю вас, что этот матч будет настоящая бойня. Заранее мы так начали его анонсировать, а мы двигаемся дальше. 16:50. А МФК и BM Cloud, МФК, в принципе, который набрал неплохой ход, несмотря на то, что последний свой поединок проиграл команде EVO. В принципе, ну не знаю, по моему субъективному мнению, расценивались как фавориты, поскольку действительно у ребят тот запал, который, ну, так сказать, условно вынуждает их делать фаворитами в таких матчах. Но ABM Cloud добывает победу. Роман Ковальчук, лидер своей команды, признается игроком поединка. Забивал Ковальчук, Виталий Костына, Сергей Мельниченко, Евгений Смольков по одному взятию за команду ABM Cloud. У МФК забитые голы на счету у Андрея Бабича, Евгения Кравцова, который очень здорово рисовал на 40-й минуте 6-метровый удар, но арбитры вовремя среагировали на этот эпизод. И Юрий Скопич на 38-й минуте, 20-15 по ударам в пользу коллектива на МФК. Мы двигаемся дальше. Урбан Дивизион, Днепро М, Аватар и команда Днепро М опять делает камбэк. Команда Евгения Кучина, которая отсутствовала на игре по тем или иным причинам, добывает очередные 3 очка во втором круге. Очень неплохой ход набрала команда Давида Шаповалова во второй части сезона. Мне кажется, то, что основной их мотивацией было победить, это то, что они стали командой недели. По версии ZSP в баре получили сертификат на 1000 гривен. Ребята смогут пойти хорошенечко отдохнуть в ресторане ZSP в бар. 17-14 по ударам в пользу Днепро М, а забитые голы на счету у Аватара Андрея Иванова и Андрея Лута. У Днепро М забивали по одному взятию у Николая Ройнова, Максима Сыроедова, Давида Шаповалова и дубль на счету кого? Правильно, Сергея Юрченко. На 2 у нас, напоминаю, завершился первый тайм и победа 5-2 от Днепро М.
Предпоследний поединок субботнего игрового дня встречались команды Logris, КНБ Studio. КНБ Studio добывает свою первую победу на нашем турнире, с чем мы, собственно, ребят и поздравляем. 3-5 победа над Логрисом. Логрис, который пока не знает вкуса побед в This is Pimp Bar дивизионе. 19-16 по ударам в пользу команды Logris. Забитые голы, прошу прощения, на счету у Логриса, у Сергея Полехи, и дубль на счету действительно красивых, два мяча забил Сергей Штыволока. У команды КНБ Студио забивали Виталий Журавлев, хэт-трик на счету Александра Сушко, который признается игроком матча, и Алексей Полозок, игрок команды Old Boys, признается автором единственного забитого мяча, прошу прощения за ошибку. Игрок матча, конечно же, Александр Сушко. 3-5 победа команды КНБ Студио. И последний поединок субботнего игрового дня. Встречались команды «Ураган» и «Все в форме». Команда «Ураган» добывает свою очередную победу в голд-дивизионе. 3-1 победа команды Виталия Нестерюка и компании. После первого тайма счет был 1-1. Кучу ударов нанесли «Ураган», а если быть точным, 17 ударов в ворота Михаила Кликотюка. Но Михаил Кликотюк был несокрушим в первом тайме, но во втором тайме все-таки рухнула оборона «Все в форме». Забитые голы на счету «Все в форме», единственный мяч Константина Янкового. У «Урагана» забитые голы на счету Владимира Белецкого, Андрея Назарова, который признается игроком матча, и Виталия Нестерука. 24-15 по ударам в пользу команды «Ураган». Сразу же приношу свои извинения, это был не последний поединок. Последний матч с закрытием субботнего игрового дня был поединок Silver Division между командами Hub и Tech 2. Так скажем, противостояние условных аутсайдеров Silver Division на данный момент. Честно говоря, до начала Silver Division я даже себе предположить не мог, потому что Hub и Detect будут расцениваться как аутсайдеры. Но в битве аутсайдеров победил Detect 2. 5-2 после первого тайма. Счет был 1-3 в пользу команды Максима Рипы. Максим Рипа, который, собственно, занимал у нас место в воротах. 26-16 по ударам в пользу Хаба. Очень хорошую вторую 20-минутку провели подопечные Романа Галицкого. Забитые голы на счету у Хаба. Никита Беспалова, кстати, Беспалов отличился, наверное, самым быстрым голом на нашем турнире. Буквально на 7 или 8 секунде Беспалов открыл счет голам в этом матче. У ДТК забивали Игорь Мельник, Михаил Паринов, Роман Сидоренко, Владимир Гриневич отличился дублем и признается игроком поединка. Ну, собственно, на этом у нас завершился субботний игровой день. Действительно, много интересных противостояний. Немножечко позже расскажем вам о воскресных играх, которые завершились вот считанные минуты назад. Для вас этот обзор делал Антон Лошак. Увидимся на нашем YouTube-канале в дальнейших наших публикациях. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки и нажимайте обязательно на колокольчик. Всем пока!